Федеральная налоговая служба весной планирует сделать автоматическим начисление имущественных и инвестиционных вычетов. Об этом сообщил глава ведомства Даниил Егоров. Выступая перед сенаторами, Егоров отметил, что новая система начисления уже прошла тестирование. Сами поправки в налоговый кодекс проходят третье чтение в Госдуме. Если Совет Федерации поддержит этот законопроект, то с марта налоговики готовы автоматически начислять имущественные вычеты. Также в планах ведомства ускорение процедуры оформления статуса индивидуального предпринимателя. Получить необходимые документы можно будет всего за несколько минут.